Всем привет, с вами Александр Навасов, и сегодня я прохожу свою карту из мастерской Far Cry 5. Сегодня мы будем проходить эту карту, поэтому подпишись на канал, поставь лайк, и мы будем проходить здесь. У нас есть штурмовик, десантник, командир, и самое сложное здесь это командир, поэтому я буду играть, наверное, на штурмовике, потому что вот так вот проще, наверное, будет. Проходим на штурмовике. Что мы можем сделать? Мы можем сесть в вертолет и, в принципе, на вертолете полетать. Но я бегу другим путем, который немного проще, и там можно стреляться. Вертолет же нам будет помогать, потому что он с пулеметом, и они полетят нам помогать. Спускаемся по трассу вниз. И там нас ждет целое здание врагов, которые будут еще респауниться. Как-то так. Добрались до сюда. Так. Бежим сюда. И здесь пытаемся наш челик завалить. Вот этим вот я не советую пользоваться оружием. Советую пользоваться этим. Ой-ой-ой. Ой. Что-то взорвалось у нас тут. Какой-то взрыв опять был. Так что. У нас есть гранаты, всякое такое. Есть, поэтому можем кидаться гранатами. В принципе, мы должны прикрывать всех, кто здесь есть. Стрелять можно из автомата, из чего угодно, главное проходить. Главное умно пройти эту карту. Так, все, мы всех завалили, по-моему, всех врагов, которые были. У нас 5 аптечек есть еще. Я могу. А. Не, ну я это, конечно, не советую. Потому что патроны кончаются. Все. Патроны здесь нам никто не дает. Конечно же. Главное, чтобы к нам никто не пробрался сюда. Так, в принципе, мы можем добраться до... до вертолета, который взорвался. Круто, да? Вон там вертолет где-то сел уже. Поэтому мы бежим туда. Так, все, взрыв. Это нам уже никак. Пытаемся завалить кого угодно. У нас остался еще один вертик. И мы можем, в принципе, добраться до другого вертика. Так, все, вертолет свободен. Так, и мы можем на него сесть теперь. Вот это вот... так сказать, баг в системе, потому что мы сели на этот вертик, и мы можем здесь всех подряд валить, кого здесь только можно найти. Главное, чтобы нас не взорвали. Так, у меня уже ведется какой-то... добрались до сюда, посмотрели, никаких здесь самолетов нет. Так, можно посидеть здесь, обдумать план, но а я полечу дальше проходить. Тут главное все просто, чтобы нас тут не убили. Они еще в таких костюмах ходят, что их заметить сложно. Поэтому старайтесь искать их где угодно. Закончились, не даем им подойти к минометам, чтобы они не подзорвали. Так, это миномет уже. Все, убили. Так, ищем, потому что они есть. Вон пулеметчик один. Не, ну у меня починка есть. У меня все прокачано, поэтому у меня починка вертолета есть. Без починки, конечно, сложнее, но в принципе вот так вот.
посмотреть. Может даже пострелять. Может они здесь прятаться могут. Ну, короче, где угодно там они могут прятаться. Может здесь прятаться, прячутся они в вертолет. Они же тоже умные. Они ж не будут здесь где-нибудь бегать. Они вон войны. Вот. Блин. Вот, выбежали еще. Кучка. И эта кучка пытается куда-то добраться. Конечно, наверное, до здания пытаются не добраться. Вот они пытаются бежать. Они не понимают, куда бежать. Они бегут к вертолету. И не успевают. Никто не успевает. Но я испортил вертик немного, ну ладно. Главное, чтобы они не добрались до вертика, а то будет сложно достаточно. Проходить. Поэтому надо не позволять это делать. Пытаются вон они стрелять как-то. Обстреляли уже. Ну тут просто вы в роли можете такого пилота всю карту пройти без всякой проблем, без всяких проблем. Вот, где-то там. Но они любят собираться вот в той части. Вот, еще бегут трое. Еще бегут, не понимаю. Оттуда откуда бегут. Они тоже по всей карте разбросаны. Они любят здесь прятаться. Вот здесь вот. В этом здании. Так вот пострелять. Они в этом... Вот они стоят. Там прячется, все, всех убил. Всем спасибо и всем пока. Ура! Ребята.